Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня мы поиграем с ВМ-кой Новый год, новогодняя ВМА, и потом попозже я всех поздравлю с Новым годом, как говорится, будет мое поздравление. Ну давайте пока что наслаждаться маленьким пабликом. Опа, чуть-чуть, нормально пацан дал. Че, зашли на мясорубку? Можно сказать, мой самый любимый режим. Опа. Такая вот отличная ВМ-ка. Опа, я ж по типу попал. Ну, о, нормально. Так вот, ребята. Сегодня 30 число. Завтра 31. Новый год. Это последний паблик в этом году. Так что, надеюсь, следующий год будет намного лучше, чем этот. Конечно, это тоже был очень хороший. Много было чего позитивного, как и плохого, ребята. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Опа, ну жди. По поводу, ребята, ВМ-ки, обычная ВМ-ка, другого цвета. Но. Интересный прицел. Как по мне, с этим прицелом попроще что-то фазумить. Не знаю. Понятно. Пацан от души слил. Ничего себе, прям и стекло так разбилось. Интересно. Так, давайте заходить в куры. О, АФКшник вроде, да? АФКшник. Фармимся на АФКшника, да? Что может быть лучше? Опа. Наконец-то, кстати, выпал снег. Наконец-то, можно сказать, новогоднее настроение. Потому что без снега это не то. О, нормально. Так вот. Да, ребята, без снега это не то. Однозначно. Опа, давай, пацан. Ну, я же попал. Это было или краснота. Или... Я думал, в руку попал. Ну, короче, понятно, рука F. Как говорится. Не рука F, ну, то есть, да, это... Сейчас ошибки самих разработчиков игры. Ох, нормально, пацан, так дал. В порядке. Ну давай, иди-ка сюда, ну что, ползун это не получается. Наконец-то получился. Как я тебя не услышал-то? О, опасный скилловик. Понятно. Убили. Ну давай, с двух сторон пытаться сейчас меня, пацаны, забрать. Ну ничего не получится. Сегодня у Илюхи нормальное настроение, сегодня Илюха тащит. Опа. Ну, не надо так меня обижать. Такие тупые фраги. Так тупо меня сливать. Это что-то вообще не попал. Опа. Еще одно. Вот это, кстати, на центре очень хорошая позиция, когда играешь с ВМ-очкой. Что-то было. Какой-то взрыв. Так вот, да, ребята, последний паблик. Надеюсь, в следующем году будет что-то поинтереснее. Что-то придумаю, что-то будет новенькое. Опа, тут пацан появился. Или подруга. И получил хедшот. Вот так вот. Не забывайте про розыгрыш 1000 кредитов, которые я делаю. Завтра будут результаты в 12 часов по московскому времени. Ссылка на этот розыгрыш будет в описании. Ну что, начнем, ребята? Давайте начнем. Желаю, ребята, от всей души вам хорошо смеяться, веселиться. Не обращать внимания на плохих людей. Забывать какие-то старые ссоры. То, что было раньше плохое. Забывать весь негатив. Надо жить на позитиве, понимаете? Дарить людям свое тепло, своим близким. Наслаждаться каждым мигом своей жизни, ребята. И все будет хорошо. Пусть в новом году будет больше капсул у каждого, кто смотрит мои видео. Будет больше скилла. Будете всех нагибать. Вы будете батьками, трутащерами. Никогда не опускайте руки, всегда стойте до конца. Все будет хорошо, ребята. Главное идти к своей цели, не сдаваться. Ребята, успехов, побед во всем.
И живите в кайф.